красное поле. У меня вот такая вот игрушка надувная. Бык Родео на воде. Сейчас я его буду распаковывать и даже надувать. Буду вам показывать. Вот он еще запечатанный, ни разу не открытый. Сейчас посмотрим, что там за бык. Я нахожусь в Приморске на курорте морском. Специально взяли бычка, чтобы играть на воде. Он очень тяжелый, где-то больше 6 килограмм в сложенном виде. Вот я его вытащила. Наверное, инструкция. Фирма Intex. Наверное, видно. Нет, мне очень удобно сидеть. Ну, тут показывается, как нужно надувать насосом. Насос у нас есть. Сейчас будем надувать. Он очень большой на самом деле. Я не знаю, как мы его будем проносить через дверь. Стараемся пронести. Сейчас мы найдем. Вот я нашла, где качать. Одно отверстие. Второе. Вот сам бык и круг. То есть вот в этих местах мы будем качать. Так что получится очень хороший бычок, я надеюсь. Насос. И сейчас этим насосом, сейчас я вспомню, как им пользоваться. Наверное, так. Будем качать. Сначала быка. Часть это круг. Вот, вокруг быка есть круг, его тоже нужно надуть. Потому что один садится на быка, остальные его за круг дергают, это родео на воде, и сбрасывают с быка таким образом. Нужно удержаться, у кого получится. Thank you.
я накачала бычка. Сейчас я его покажу с разных сторон. Вокруг него круглая такая штука. И вот сам бык. Вот такой серьезный. И я надеюсь, что нам получится весело с ним поиграть в родео. Качала я насосом примерно 20 минут, не меньше. Можно, конечно, сильнее вот этот круг подкачать. Фух. Но нам нужно его как-то вынести через дверь. Дверь тут не очень широкая, поэтому, я думаю, нам достаточно будет такой подкачки. Вот. Сегодня у нас какое число? 8 августа. Я даже вот так могу потом сесть. Да, конечно, конечно. Вот так ты удержишься точно. А сзади хвостом поддерживай себя. Хвостом, за хвост, да. Можешь встать, как в цирке. Да ты вон, Сережа, ты сейчас упадешь и без воды. Что такое? Я не понял. Вы не продержались 20 секунд? Пусть бабушка сядет, Сережа, вставай. 10 секунд я продержался, я обещал. 10 секунд не продержался? Вставай, пусть бабушка сядет. Бабушка, бабуля. Вставай с быка. Так ты точно. Оставается. Вот мы придумали, как носить быка на пляж. Мы связали наискось между ручками двойной веревочкой. И он, в принципе, не такой уж и большой получился. Вполне себе транспортабельный. Будем брать и носить. Потому что, когда мы его накачали, он, конечно, очень внушительных размеров. А так вот, связали веревочкой и понесем. Будет очень нормально. Так что, кому интересно, приобретайте быков. Я думаю, что будет весело. Возьмите быка за рога. Возьмите быка за рога, тут подсказывает самый главный тореадор. Сегодня мы будем на быке. Вот на нем мы будем сейчас плавать. Один будет кто-то сидеть на быке, остальные будут его скидывать. Вот такой бычок. Ну что, заносим быка? Все. Пошли. На... Четвером, да? Только мы не очень далеко будем.
Вот бычок. Я хочу сказать, что если вы тоже планируете такого бычка взять с собой на море, нужно учитывать, чтобы у вас был большой номер, большая комната или лучше несколько комнат. Потому что если бы у нас был маленький номер, я бы, конечно, его не брала. Но я знала, что мы едем в трехкомнатный номер, и там одна комната достаточно большая. Вообще этот бык там занимает почти полкомнаты. Поэтому учитывайте, что его нужно где-то хранить. Имейте в виду, что быка нужно перевозить, потому что он в коробке весит больше 6 килограмм в сложенном виде. Быка нужно чем-то накачивать, для него нужен насос, вы его ртом не накачаете. И его нужно переносить на пляж. Мы его сейчас уже приспособились носить вдвоем, а первый раз носили втроем. Мы его связываем веревочками там, где ручки крест-накрест, и в принципе несем. Но вы учитывайте, что если будут люди, которые вообще не умеют ничего носить, но есть такие очень слабые люди, которые не любят ничего носить на пляж, то вам нужно будет как-то этого быка транспортировать и обдумайте этот процесс заранее. Бык очень классный, на нем очень сложно удержаться. На нем сложно удержаться даже когда никто не трясет, а если начинают скидывать, удержаться просто в моем понимании нереально. То есть какое-то количество секунд удержаться можно, но потом все равно так или иначе смещается центр тяжести, и бык переворачивается, и человек падает. Но если не переворачивать, конечно, посидеть на быке в воде какое-то количество секунд или минут возможно. Вообще, так как это родео на быке, на воде, имейте в виду, что если вы играете, конечно, придется нырять, и все намокнут. Пишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам этот бычок, он вообще восхитительный. Я хочу сказать, что из этой серии в инструкции нарисовано есть множество разных зверей. Там есть акула, по-моему, курочка, еще там какие-то звери, там, наверное, около 10 или, может быть, больше штук. Но мне понравился этот бык. Еще я видела акулу, но бык восхитительный. Вот такой милый бычок, очень классный, большой, удобный и помогает нам играть в веселую игру «Родео на быке». Любите ли вы родео? Пишите в комментариях. Если у вас номер меньше, чем у нас, то, возможно, вам быка не нужно покупать и надувать. У нас наши надувные вот эти круги хранятся вот таким вот образом. И это еще не надут матрас. Если
Если вам нравится этот бык, не забудьте подписаться на мой канал. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!